Спонсор сегодняшнего ролика – игровой канал Petrov Play Channel. На канале вы найдете множество роликов по различным популярным играм, таким как Far Cry 4, Metro, Alien Isolation, Divinity. И это лишь малая часть. В общем, канал весьма разнообразный. Ссылка на канал в описании. Подписывайтесь, оценивайте, а мы переходим к нашему ролику. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть в игру по названием Disease Warrior Rampage. И здесь мы будем играть за этакую бактерию, которая убивает другие какие-то бактерии. В общем, такая странная игрушка, но очень классная. Сейчас вообще-то увидите, что здесь нам предстоит сделать. Я уже немножко поиграл, но начну заново, конечно же. Хотя апгрейды мне показывают на этот раз. В прошлый раз, когда я начал, мне никаких апгрейдов не давали. Забавно, если начинаешь заново, можно с очками какими-то начать. Ну что, мочим. Мочим вот таких вот ребят. Убиваем за наш зеленый блоб, который будет здесь царить, убивать и все такое вот. Да. Два пистолета можно взять, это у нас временный бонус, мы как реальный гангстер, реальная бактерия, убиваем здесь всех, свой зеленый на районе, в итоге мы и убиваем розовые, голубые вирусы, не знаю, к чему бы это такие цвета, но мы их убиваем, да. Их довольно много будет у нас, но они нам нужны, если выпадают деньги, у нас очень классная работа, тем самым уничтожаем разные бактерии, получаем бабло, почему бы и нет, кстати, деньги прикольно здесь делаются, мне очень понравилась такая идея, что рядом если валяются рядом монетки, то они потом у нас собираются в одну большую, и их можно подобрать, это здорово, а то обычно не успеешь подобрать, они исчезают, а тут наоборот у нас они так вот делают. Ну что, босс появился, большой дядя, который создает маленьких детишек. Так, ну что, кстати, забавные ачивки, потому что раз, когда я играл, я убил в конце его из двух пистолетов, и мне дали ачивку гангстер, что-то в этом роде, потому что из двух пистолетов его замолотил. Поэтому два пистолета одобряются на уничтожение боссов. 93%? Серьезно? А, монетки. Я в прошлый раз собрал 99%, это было довольно обидно. Так, можно заапгрейдиться. Что за апгрейдим? Life Armor Magnet Ammo. Я даже не знаю. Давайте магнит и пистолет, потому что я думаю, что с пистолетом я, как всегда, буду гораздо чаще и будем разбираться, в общем. Что лучше? Пока что пусть будет магнит, потому что деньги всасывать — это у нас очень важное умение, и его нельзя никак пропускать. И вообще я постараюсь сейчас собрать все 100% монет, поэтому буду иногда получать глупый урон какой-нибудь. Но это потому, что я стараюсь сделать такое вот дело, так сказать, полезное. Возможно, зря я это делаю, но у меня будет ачивка, хотя бы. Какую-то ачивку получил, что я поиграл в игру 5 минут. Мне написали или что. Так, какой большой у нас товарищ. Приятный. Так. Такое чувство, что я сейчас кого-то убил где-то далеко, но я не вижу монетки. Поэтому, наверное, я все-таки никого не убил. И... Так, собираю. Пистолет Final Wave. Босса не будет, что ли? А, нет, или да. Наверное, будет. Я надеюсь, что в каждом уровне будет по боссу, потому что боссы — это охренительно. Они очень круто заходят в любую игре, по-моему, мнению. Это такой челлендж. Всегда так, как бы какая-нибудь своя понравится. Поэтому Dark Souls, например, очень. Когда-то в свое время еще на Twitch-канале его стримил. Что их там видел. Да, были такие времена. Так, отлично! Все монетки, все собрали. И босса не было. 100%! Супер! И босс, как будто монетка после этого появился у нас. Ну что ж, ну не дали мне никакой ачивки, к сожалению. Это было печально, наверное. Так, давайте купим УЗИ, прокачаем скорость бега, пускай будет. Чего уж эти 100 монеток нам оставлять. А бегать, наверное, полезный навык, поэтому стоит его, конечно же, беречь. Так. Ну, монетки собирать, конечно же, в любом случае я буду так агрессивно. Хотя в прошлый раз я надеялся на ачивмент какой-нибудь. Сейчас я уже буду думать о здоровье чуточку больше, если уж случится такой. И, ё-моё, УЗИ! Неплохо оно себя показывает. Так. Напоминает мне, конечно, одну игру. Mental Land называется. Весёлое все время было. Сейчас как-то ходил к другу, у которого она все еще стояла, и как-то даже поигрался.
Целое-целое-целое. Ай, монетка жрет меня. Этакая, зараза. Ничтожься-то, а. О, два пистолета. О, прикольно, я когда подбираю УЗИ, оно не заменяется, оно еще остается, пока не закончится. Получается, оружие, и потом уже меняется на то, которое я вторым подобрал. Классно. Жалко, конечно, в зубы какие-нибудь не берет. Себя, не знаю, не втыкает это оружие. Было бы неплохо. Странно вот этот червячок, потому что он, который вот этот розовый, он не это, не становится, ничего с ним не происходит вообще, то есть просто ползает и все. И иногда еще и останавливается на месте, может быть у него какая-то стадия перехода есть в другую силу или что-нибудь в том роде. Какой-то он слишком уж он никакой. Вот, вот эти вот ребята, например, пожирнее по здоровью чувствуется. То есть не так просто пробить, но за них 8 очков дают, а за тех сколько, 10 давали? Нам должен быть сильнее быть. Ну, не знаю. Так, 400 монстров убили, вау. Скорее босса хочу, люблю боссов. 97% и открылся шотган плюс новый червяк, враг. Так, ну даже не знаю. Я, пожалуй, так сделаю. Уж больно мне понравился УЗИ. Почему не могу сделать его основным оружием, конечно, это мне пока непонятно. Может быть, это где-то можно выбрать. Но мне бы не помешало сделать его основным оружием, конечно же. С УЗИ бегать, конечно. Вот это вот просто магия была. Или если два УЗИ подберу, интересно, два УЗИ будет или нет? Так, вот этих мы быстренько сейчас разберем. Блин, там где-то червяк ползает. Точнее, этот шар. Я его убить не могу. Пока что пистолеты себя показывают, конечно, посильнее по урону, но... Ну, ладно уж. Надеюсь, я прокачаю УЗИ так, что он будет сильнее всего на свете у меня. Так. Ну, с мелкими справляется просто идеально. Идеально. Дабл дэмэдж. Ух, у нас большие пули. Так. Большие пули, большие проблемы. Для врагов, конечно. Так. Ну что, кончится дабл дэмэдж, к сожалению. Ничего, мы это как-нибудь переживем и получим урон. Ради денег. Сколько же я жадная бактерия какая-то. Автомат, иди. Я пол брони все потерял за это. Все это время я не получал прямо дофигища урона, хотя я его... А, вот теперь этот на две части делится. Вот это уже интереснее, враг. То прошлый какой-то был совсем стрёмный. Я просто не дождался момента какого-то перехода. Вот это классно, вот когда так враги делают, это мне уже больше нравится. Так, надо взять автоматик. О, о, два! Ей! Два! Здорово. А то я думал, два УЗИ мы никогда не подержим. Нет, тут подержали. О, начал терять здоровье, вот это да. Тут совсем из-за того, что я практически в них сбегаю. О, заморозка. Ага, если мы под заморозкой убиваем, то вообще взрывается полностью. И что, будет босс или нет? Сегодня снова без боссов. А ты откуда здесь? Medium distance. 10 тысяч. Прошли чего-то там, игрового расстояния. Так. Отлично, можно купить шотган. А, но я вредный, поэтому куплю вот это. Вот это. Старт. Стоило бы, конечно, купить его, наверное, но почему-то хочу я прокачать УЗИ. Здесь очень много маленьких врагов, и шотган обычно быстро... Такие оружия быстро заканчиваются. Не знаю. О, вот эта скорость поднялась стрельбы. Весомо так апгрейд чувствуется. Не знаю, чувствуется ли вам, но говорит, что это неплохо так работает. Монетку забрать. И рубля вам не оставлю, а? Оп-оп.
Вон, мелкие поперли. Вот за ним десятку дают. Ну что в них такого? Может подождать, специально их не убивать? Да нет, ничего с ними такого. Просто останавливаются, просто большие. О, как раз узишка. На! В мясо во все! Сейчас там все розовое будет. В том месте. С ней вместе. Все, готовы. Дайте мне какой-нибудь еще бонус. Оружие. Я бы не помешал. Весьма неплохая вещь. Вот. Отлично. Последняя волна. Ну что? Стоите. На ягоды похожи эти ребята. Почему-то. Мне так кажется. Не знаю. Кажется ли вам. Но если вам так кажется, можете об этом комментарии написать. Поддержать. Умысленным лайком, например. Если это можно так назвать. Готовы, готовы, готовы. Вот. Иди. Вертолет. Было бы плохо, если бы сейчас появился. Так, что я в рифму сказал. Думаете, что я совсем поехал. Хотя доля, наверное, есть. Еще не настолько. Как и потом. Музычка мне, конечно, представляет эту игру. Люблю, когда такая боевая музыка настроена, гоняет такой. Что, сейчас босс будет, судя по всему, или нет? Хотя не будет. Снова Final Wave и все. Level complete. Отлично. Мы справились, ребята. 97% и новый враг. В общем-то, ребята, вот такая вот игрушка. Надеюсь, она вам понравилась. Ссылочка на нее, конечно же, в описании. В любой момент можете поиграть. А мне не забудьте ролику и мне поставить лайк, подписаться на канал, конечно же. Не забудьте поделиться роликом с друзьями, чтобы они тоже узнали про такие флешки. Возможно, у вас будет друг такой: блин, мне что-то, говорит, нечего делать. Вы ему такие кидаете мой канал, и он находит кучу флешек и пропадает от вас на месяц, например. Ну, в общем, да, не забывайте с друзьями делиться роликом, мне будет очень приятно. На этом все, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока!